Приветствую, друзья! В этом видео покажу три идеи для денежного оригами. Это мини-конвертик, простое сердечко и двойное сердце. Для каждого оригами понадобится одна купюра любого номинала. Я буду использовать вот такие. Начнем с простого сердечка. Берем купюру и складываем пополам в одну сторону, затем во вторую. Оставляем купюру сложенной вдоль. Подгибаем к центральной линии нижней части, правой и левой стороны. Переворачиваем и подгибаем к центральной линии правую и левую часть. Получаем вот такую фигуру. Раскрываем ее. Подгибаем до указанной точки справа правую сторону, а до указанной точки слева левую сторону. Проглаживаем и снова складываем, как было. Переворачиваем и с той стороны, где есть подогнутая бумага, подгибаем правый и левый угол ромбика. Осталось загнуть внутрь все уголочки. Берем линейку и подгибаем верхние углы, а затем боковые. Для красоты можно верхние уголочки развернуть и заправить внутрь, а можно оставить как есть. Сердечко готово! Следующим сделаем конверт с сердечком. Берем купюру и складываем вдоль. Но проглаживаем не до конца, а только намечаем нужную линию с левой стороны. К этой линии подгибаем правый и левый угол. Полученный треугольник отгибаем в обратную сторону по линии основания. С этой стороны отгибаем небольшую полоску от верхнего края, оставляя треугольник. Возвращаем его на место и отгибаем верхний край к полученной линии. Боковые части сгибаем диагонально, делая маленькие треугольники по краям. Далее подгибаем внутренние углы до треугольников. Прикладываем к сердечку оставшуюся часть фигуры. Заправляем под него и подгибаем углы. Затем проглаживаем нижнюю часть. Мини-конверт готов! В него можно положить небольшой подарок, например, сердечко, которое мы сделали ранее. Но оно довольно крупное, лучше брать что-то поменьше. Идеей номер 3 будет двойное сердечко. Видео о том, как сделать его из обычной бумаги, уже было на канале, ссылка в описании. Берем денежную купюру и складываем пополам вдоль, а затем поперек. Раскрываем и к центральной линии подгибаем правую и левую сторону. Далее к линии центра подгибаем нижние уголки, правый и левый.
переворачиваем на другую сторону и подгибаем верхнюю часть до горизонтальной центральной линии. Боковые части при этом подгибаем, формируя треугольники справа и слева. Уголки загибаем внутрь. Переворачиваем. Раскрываем правый нижний угол до треугольника и отгибаем половинку вниз. Также поступаем с левым. Раскрываем верхнюю часть правого треугольника и подгибаем, ориентируясь по центральной линии. Часть отгибаем треугольником. Также складываем бумагу у левого угла. У получившихся треугольников отгибаем боковые уголочки внутрь. Верхние половинки подгибаем вниз. Отгибаем вершины вверх. Затем подогнутые части отгибаем вправо и влево. Возвращаем назад половинки и готово. Если верхние уголки сердечка получились острыми, можно их немного подогнуть. Вот такие денежные оригами модели у нас сегодня получились. Как вам эти идеи? Напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал Artvium, чтобы не пропустить выход новых видео.